1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Рад представить вам главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Игоря Шалимова и полузащитника команды «Жоао Зинья». Пожалуйста, представляйтесь, задавайте вопросы, говорите, кому вы их адресуете. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, Владимир. Владимир Черкашенко, БН-24. Владимир Михайлович, вопрос к вам. Ну, понятно, что завтрашний оппонент Люмбе не самый сильный соперник. И наверняка многие думают, специалисты, да и просто болельщики, что у Краснодара завтра будет легкая прогулка. Согласны ли вы с этим? Спасибо. Ну, не согласен я с этим. Легкой прогулки точно не будет, учитывая, что команда датчане силовая. Вот, опасны они на стандартах будут. Но чтобы у нас все хорошо прошло и мы добились положительного результата, удовлетворительного, нам надо сыграть правильно самим. Вот, у нас есть потери, есть травмированные, вот, но к этому мы уже так привыкли. Вот, поэтому на завтрашний день у нас завтра выйдет боевой состав на этот момент. Вот, и многое будет зависеть от нас, конечно, потому что нельзя допустить, чтобы у наших игроков были такие мысли, что команда слабая, мы легко их возьмем. Это абсолютно не так, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу. Пожалуйста, вопросы еще? Давайте. Игорь Михайлович, Щеколдин Горисов, портал «Русфутбол.Инфо». Скажите, вопрос следующий. Насколько важно для вас, ну, по вашему мнению, в принципе, этот розыгрыш Лиги Европы в плане продолжения своей тренерской карьеры? В плане продолжения моей тренерской карьеры? Но важно, важно в первую очередь для команды, для клуба. Мы, ну, футбольный клуб «Краснодар» должен играть в Лиге Европы. Это говорит об уровне команды. Мы должны улучшать эти результаты, это будет говорить о том, что мы прибавляем. Ну и набираемся опыта в надежде на то, что со временем когда-то мы будет у нас удачный сезон, мы пойдем, может быть, и в Лигу чемпионов, где без этого опыта невозможно. Но пока мы живем сегодняшним днем, у нас квалификация в Лигу Европы, мы должны это, ну, стараться сделать все, положить все силы на то, чтобы попасть в группу. Пожалуйста, Максим. Максим Куликов, «Спортбок». Вопрос к главному тренеру. Игорь Михайлович, ну, прежде всего, вы сказали о травмированных. Опять же, можете сказать, кто-то уже готов принять участие в завтрашнем матче? И второй вопрос. Предыдущие тренеры, да, на стадии квалификации очень часто мы видели, выпускали такой, ну, экспериментальный состав. Но была большая ротация. Ожидается ли та ротация на завтрашнем матче? Спасибо. Ну, Паша будет в группе, он уже потренировался, температура у него все прошло. Вот. Ну, посмотрим сегодня еще, потому что у нас заявки 18 человек, посмотрим. Вот остальные нет, травмированных не будет. Ротация, но будет ротация, да. И мы на сборах именно из-за этого играли, ну, две игры подряд, для того, чтобы были два состава, которые сыграли по 90 минут. Мы ребят готовили, и то есть у нас, ну, мы спокойны за то, что, например, будет ротация и будут играть игроки, те, которые не играли вот эти две игры предыдущие. То есть, на наш взгляд, все готовы. И в этих играх, и включая молодежь, 99-й год у нас был, они себя хорошо проявили. Поэтому у нас есть уверенность в том, что тот состав, который выйдет, он должен выполнить задачу, отыграть правильно, хорошо и добиться результата. Валерий, пожалуйста. Валерий Хабелевский, 21 век. Игорь Михайлович, удалось ли вам посмотреть игру соперника своего? И что бы вы выделили как сильные стороны, может быть, слабые какие-то? И что вы учтете в этой игре? Да, мы посмотрели. Но для нас важно, как перед любой игрой, мы смотрим схему, по которой играет соперник.
Вот это нам помогает объяснить игрокам, как играть в обороне, потому что в обороне мы в большинстве своем контролируем игроков, играем от игроков. То есть нам важно, в два нападающих играют, в четыре защитника, либо в пять. То есть это мы знаем, это мы ребятам уже чуть-чуть сказали сегодня, уже подробно мы это все обсудим и завтра с утра. Вот. Но сильные стороны. Силовая команда, то есть нам надо не вступать с ними в единоборство, когда мяч у нас, надо, чтобы мяч ходил быстрее, то есть игроки мощные. Вот. Ну, дальше посмотрим. То есть мы разборы делаем соперника, как обычно. Если есть кого-то выделить индивидуально, какие-то есть там нестандартные вещи, которые повторяются часто индивидуального игрока, то мы тоже выделяем, но здесь такого нет. То есть мы, в общем, про команду будем говорить. Пожалуйста, Владимир. Вопрос Жоазинья. Жоазинья, получается, что без основных некоторых травмированных игроков Краснодар уже два матча в чемпионате провел и выиграл. Как считаешь, способны ли сейчас краснодарцы дальше продолжать этот победный путь и непосредственно в матче обойтись без этих игроков с датской командой? A gente tem que procurar fazer os nossos jogos. Lógico que vamos sentir falta dos jogadores que estão machucados. E os dois últimos resultados foi com vitória e pretendemos manter assim, ganhando os jogos. E precisamos ganhar os jogos aí e temos que continuar vencendo, o que será bom para a equipe e para todos do grupo. Ну и, конечно же, твое мнение о сопернике. Как считаешь, насколько он будет серьезный, интересный для тебя тоже лично? Acho que eles vêm com ganância para ganhar os jogos aqui, mas a gente tem que se impor dentro de casa. Estamos jogando em casa, sabemos que é um jogo importante. Então vamos fazer o nosso máximo para conseguir uma vitória. Здравствуйте, Владислав. Игорь Михайлович, скажите, казалось бы, в Греции не самый сильный чемпионат, но поговаривают, что там одни из самых сумасшедших болельщиков. На данной стадии насколько важно и является большой проблемой то, что решающий матч, которым может быть решаться выход в следующий тур, будет у вас на выезде? Ну, все многое будет зависеть от первой игры. То есть здесь сложно судить, там, где лучше, выгоднее играть первую игру или вторую. По-разному складываются разные соперники. То есть если мы первую игру играем дома, то, конечно, задача номер один будет сыграть на ноль и постараться забить, сколько, так, наверное, неуважительно говорить себе, сколько сможем, постараться забить, то есть выиграть эту игру на ноль. Вот. А вторую игру уже будем играть, зная результат первой. Соответственно, ну, опять же, наверное, коррективы мы какие-то редко делаем, мы стараемся играть одинаково. Вот. Поэтому я не думаю, что какая-то разница большая у нас будет, что вторую игру мы играем на выезде. Ну, если бы мы играли дома, например. Я не вижу. Владимир. Как-то забыли Арика Залаборды, насколько он готов к игре, будет ли участвовать, была травма, он не участвовал в последней игре. Что скажете? Кто? Арика Залаборды. Лаборды еще не восстановился. То есть он к этой игре, я же сказал, только Паша у нас в группу входит сегодня полностью. А остальные, кто получили, у нас еще добавился Подберезкин и Газинский. Да. Лаборды не восстановился. Ну, понятно, Смолов, Акриашвили, Критюк, у кого травмы сложнее, они восстанавливаются еще. Это дольше займет времени. Еще вопросы будут? Владислав, пожалуйста. Игорь Михайлович, ну, так или иначе, с командой вы несколько лет, и начиная каждый сезон, мы очень, ну, последние несколько лет мы так или иначе слышим травмы. Есть ли у вас понимание все-таки, что происходит, и как можно это исправить, чтобы, скажем так, на старте чемпионата хотя бы было поменьше? Ну, травмы разные. Мы попытались скорректировать и зимой предсезонки, и сейчас, ну, в межсезонье и предсезонке сейчас постарались добавить силу на ноги, то, чтобы мышцы стали
стали крепче. Но объем мы выполняем, он не маленький был, вот где-то не выдерживали. С чем связано, ну, сказать, вот четко сложно. То есть мы над этим думаем, но у нас это продолжается. Но потом Акриашвили, там крестообразный, там чуть другое. То есть мы, я говорю о травмах, о мышечных, когда идут небольшие там надрывы, растяжения, вот это. Вот, ну, надо думать дальше, вот, идти дальше. Ну, не знаю, такого ответа четкого нет, что мы четко знали, это сделали, и это пропало. Я думаю, что это где-то и зависит. Ну, сейчас опять наступает период. Сейчас мы начинаем две недели, за неделю играть две игры. Может быть, вот эта нагрузка, может быть, ротация нужна больше. Не знаю. Точно не могу ответить. Вот. Но мы над этим думаем и будем продолжать думать дальше. Максим. Игорь Михайлович, скажите, нового армейского нападающего у нас есть шанс увидеть? Ну, у него вопрос с документами. Он будет у нас в начале августа, будет заявлен, и вы сможете его увидеть.